собрании, наверное, может быть только проблема у нас. Но мы сыграем два танка, значит, на окей, не будет проблемы, думаю, если мы два танка, ну, типа танк будет забирать. Да, в принципе, все. Так, а что, потики нужно купить, да, пойти? Потики. А, ну у нас все в Дисе, у нас Некроникс, только Леха какой-то сидит. Левенький. А так все остальные, все готовы по ходу дела. Сейчас тогда быстренько куплю пасочку, хуясочки. Куда? Ходи, РХМ, Фрея пробуй. Типа убьем, да? Я думаю, нет. Лучше по большинству просто боссов закрыть. У нас времени, просто, наверное, может не хватить на них. А робота тоже нет, да? Это все в хэме. Ну, утюг, робот, собрание, все в хэме убьем. Фрей просто, она легкая на самом-то деле, но что-то я ее долго очень бить как-то, я хуй знаю. В пазл, да? Да, в пазл. Ну, она как сказать легкая, там ДПС нужен, типа, по этим цветкам. Mm-hmm. По мобам. Ну, а конечно, они, если не зальешь, они нас такой перебаутить разобьют. Да, если их не зальешь, то мы-то своим, по сути дела, первым статиком, мы-то, там был один момент, когда мы немножко не успели. Когда, залить, да, по-моему, да, эта пачка уже вышла, да, да, да. И да, нам повезло, ну как бы там уже почти добивали. А так, если было бы у них по пол ХП, все это вайп. Ты согласен. А у нас еще и Зили босс тут. Мы убьем Хадира в ХМ. Ой, да, Хадира. Торима мы не будем. Не знаю, Торима. Мы просто Хадира убьем, наверное, ХМ. Фрею, Хадира. Не, Фрею в хэме, наверное, не получится. Ты обычку бьем. Обычку. Не, этих додиков в обычке постараемся. Если... Короче, идем. Игниса, Астокрылу мы вообще не трогаем. Ну, в конце, короче. Наконец оставим просто. Да, такой ШП с нами же нет. Ну да. РДД хит. РДД хит, батарейка, гимн, что еще? Кристалба. Сопроты что-то подорожали, пиздец. Вчера по 60 видел, сегодня уже под 90 чем-то. Да это походу что утро, ну. У нас лока, к сожалению, нету. Все у камня надо, чтобы это. Группируйте сейчас умоницу, блин. Нету лока, это значит нету... А!
У нас не будет СПД того, что... Ну, может, на некоторых боссах будет Void. В танка я Ванхолика будет. А, ну, потом. Типа, да, Ванхолика. Ибо если я буду в танке, то не будет. Ну вот, слышишь, Мак, ты тут? Чё? Ну вот, я смотрю last stream с Пентой, там на фотке, ну, на кабинюхе-то он. А до этого, когда стримил, блядь, этот, Уду, там, блядь, был эффект наложен, да? Там... Да, так, да, он, в смысле, а даже, ну, и, типа, ничем не отличается. Хз, там прям, бля. Хуй знает. Давайте, кого сумонить, плюсики ставьте. Да что ты орёшь? Вот, я включил стрим, ебать, и он просто тут сидит, и ему как будто лет 10. Это, блядь, эффект наложенный, блядь. Да эффект, это эффект, блядь. Конечно. Ну вот, последний стрим, где он Варна стримил, посмотри. Пожалуйста. Да, это он. А ты, давайте я скину ссылку, где он сидит, и там, блядь, просто ему лет 10, нам. Ну... Открой, да, открой, да. Открой, короче, видос у Dollar 25 Existence Sirius Algolon X4. Я промотай до середины, ебать. Сейчас посмотрим. Да вы чё, я вам говорю, у него эффект, блядь, у него даже погремушка такая, это фильтр такой даже в этом есть, как его, в инсте, блядь. Открыл? Да ща, подожди, сейчас даже не будешь. Чё, всех засуманили, всё? Погнали пока, почистим до утюга трэш. Ну чё, Макс? Капец, мне маунт вкатывает вот за седло, я купился. Ну да, там какая-то хуйня мне мерцает. Ну, может, по приколу хуй знает. Но он особо не отличается, блядь, что так, нахуй. Чё, заходить можно, нет? Да, заходим, быстро садимся в машины, едем, разбиваем, блядь. Да, ну да, пока трешки сильнее. Так, кому Мак, в тачку? Смотрел? Да. Посмотрел. Чё, скажешь, ради-то нет, либо? Не особо. Сядьте в эти разрушители, блин. Чтоб стакать. Ну, колчедан, точнее, этот пример. Я к тебе сел. Ха, у тебя есть пассажир? АХЗ. Поехали.
Максим, который Зелебоба сидит со мной, который. У тебя да. там на двоечку, смотри, такие ракетки, ты вот в воздухе видишь, там такие, как на вертолетах летают синие такие хуйни. Да. Ты их сбивай, и потом ее в таргет берешь, эту хуйню, это колчедан называется. Ты ее берешь в таргет и на троечку, как хуком в доте у Куджа, притягиваешь ее к нам. Эта хуйня настакивается, вот, да-да-да, вот, и таким макаром. И мы больше дамажим. Вот еще одну можешь взять, их всего 50, типа, как энергия. Как да, много. Типа, одна бочка 25, ну, максимум да. 50. Я когда вот начинаю стрелять вот такими синими, видишь, я стреляю шарами, вот она тратится потихонечку, по 5 штучек. Ну, когда мы будем бить босса, ты не садись вот в эту машину, в которую сейчас сел. Надо, чтобы люди, которые знали, что делать, надо, чтобы они сидели. Да-да, вы говорите, лучше делать, я буду делать. Ну, на мотоцикле поеду. Говорит, бля, нажми мув, я в соло выиграю. Я так спать хочу, невозможно. Ёбаный рот. Ты спал, бы. Тут, блядь, я проснулся в 4 ночи. Ну хз, проснулся, не возможно. Так вчера бодро нахуй летел, прям вообще сидел, сидел, бах, и всё, Саня пропал. Бы. А потом он опять зашел вроде. Там мама потом зашла его. Не, он потом опять заходил. Не. Может, подкини еще колчедана. Отлетел, получается. Угу. Мы все разбили. У всех подсумонили вообще? Все тут? Да, да. Все нам уже. Да, да. Комнату запульте на мотоциклах-то. Того дальнего тоже. Выезжайте оттуда. Сейчас, короче, максимальный итем левел одевайте. Вообще максимальный итем левел, который можете одеть. В тачек можете вылазить. Маневрирование. И выходите сейчас инста. Все абсолютно. Чего? Да, все, давайте. Я чай по-быстрому налью. Кого закидывать-то будем? Сейчас решим. Лою можно, типа. Меня можно. Вообще-то, ну да. Я 14. Так, все вышли? Ну, все вышли. Чешу. Так, сейчас ждите, я хп сделаю.
Ну давай вас двоих запуливать и все. Ну, мы типа один раз запулим, их узнаем. Типа просто будем по тактике, то, что, типа кайтить, держать по максимуму стаков и тупо, там, чтобы один раз запулить, чтобы стаки с босса, типа, ну, скинуть и все. Ну, Макса на мотоцикл тогда, и пусть он подъезжает к тебе, пересаживается и собирает, допустим, колчеда. Пока мы бьем там этих пушек. А, подожди, а в прошлую десятку ты там кто-то, там, по-моему, ты же в одного там. Я магом там две убивал, типа. По сути дела, может и Лоя с этим справится. Научит, если. Ну, ты сидел когда-нибудь в разрушителе на пассажире, собирал колчеда? Да, я только так и делаю. Ну вот, то есть там есть кнопка на шестерку, типа пересесть в катапульту, чтобы тебя запулить. Ну и меня должны, да, запулить, и что потом? Паладин, ну вот. Выйди с Ульдуара, который синдикат. Сказали русским языком, выйти с инста. С рейда, точнее. Выйди. Получается, тебя туда закинут, у него там два таргета будет на этом, ну, появится у тебя. Угу. Тебе их два надо убить, у каждого по 100 тысяч, по-моему, что-то такое. Потом а в это скидывают. Время я урон получаю какой-нибудь, нет? Нет, нет. Просто там вот нет. Тебе надо сбить их и все, и пиздец. Потом тебя выкинет оттуда. И ты вот, ну, упадешь, тебя должны на мотоцикле привезти в твой разрушитель. В идеале. Ну там глыбу, если там будет какие-то ауешки и всякая такая хуйня, в глыбу сразу встаешь и ждешь. Ну, типа, как-то так. А я должен сам сесть или... Меня. Да. Сам. Да. Сам садишься, да. Подвозят к этому, к разрушителю, и там сразу стрелочка горит. То есть тебе не надо вылазить с мотоцикла. Просто нажимаешь. Да, нажимаешь и пересаживаешься. Ну, надеюсь, все будет изи. Заходите. Так, а мне-то что делать? А ты в мотоцикле ездили, подвози нам колчедан и все. Может, ему проще тогда в танке сидеть, там или, вообще или в танке вообще сиди, в пушке. В пушке ему посиди. Угу. Сядь кому-нибудь в танк, в пушку. Я, короче, в трусах сижу. Ты давай звезду садись на водилу. В танке рассядьтесь и на мотоцикле рассядьтесь. Ко мне Лоя прыгает. Лоя ко мне. А, подожди, вылези, я тебе метку поставлю. Вылези. Будешь квадратиком. Садись. Саньку кто сядет? Саньку кто сядет? Я даже не знаю. Пусть арстайл. Давай, садись Саньку. Да, да. Давай, кстати, арстайл. На починку зайди. К этой, в звездочку. Короче, краткое объяснение тактики. Пуляем босса. А кайтим его квадратом, то есть в центре никто особо не ездит. Ездите по краям, так, ну, квадратом, по краям, короче, ездите. Сейчас заезжайте по бокам, кто готов. Колчедан сверху подбивайте. Подожди, подбивай. Нас тут сагрелся моб. Блядь. Ну, добейте мамбата. Бегите. Короче, танки, смотрите, ваша задача забивать боссу каст, ну, там, кто в танках знает, забивать боссу каст, цветков постоянно, и ебашьте цветков постоянно, в них надо стрелять, чтобы они, сука, не грызли эти разрушители. Все, а мы с Саньком будем просто не приобывать стаки. Запуливать будем не сразу, короче, там примерно 4 стака будет на боссе, можно же будет, я тебя запулю. Я скажу, пересадишь, я тебя запулю. Ага. И врезаю, все. Он умрет, мы просто будем его потихоньку катить на нем. Ну, главное, чтобы мы с Ником стаки не приебали. Это типа все. Заедьте сразу там, разбредитесь. Все, танки, которые большие, эти трофейные машины. Пуляйте босс. Стреляю. Синдикат. А, слышь, Саня, надо ему по колесам, типа, в ноги стрелять, понял? Чтобы не приебать стаки. Типа в корпус, короче, он приебывает, да.
по максимуму факт. Лучом еще не стоит и не забывайте. Блять, не сбил сейчас почему-то, я не знаю. Помогите с кастом. Я не успеваю, далеко. Ну, фу, каст покастовал. По цветкам, по цветкам. Работайте по цветкам, осадные машины. Меня один грызет. А, я понял, почему касты не сбивались. Далеко спал. Он сбивает же, блядь, ебальником тоже, типа, удар делает. Блядь. Блядь, поебал, да? Может, на стаке его быстро? Типа, если ты стоишь к нему жопу ебать, то ты касты собьешь. Надо перед ним стоять. Да мы умерли, ебаный в рот. Почему? Да я... пиздец заехал это говно. Я стакаю, тихо. Играем, попробуем. Ой, ебать, нам хо тоже пизда. По эти, поработайте по цветкам ебаные. Бля, как же он душит это пиздец. Что, блядь? Иди нахуй, алё, блядь. Каст нет, нет. Работаем. Кто на осадных по цветках стреляет? Зачем тебе бот? Бля, да, догоняю. Слышь, давай, Лоя, садись. Сел. Что-то я забыл сказать вам, короче. Угу. Быстро убивай. Ну, походу, мы проебали. Да не, мы уже упали. Надо побыстрее его закидывать. Он же сбивает там ему хосту, он медленнее. Ну да, 4 стака, все, закидывал его, короче. А, все, давай, ты Лоя, понял, вот у тебя там 2 таргета, 2 пушки. Тихо, ты их убиваешь, все, тебе скидывают. Ты да, фулл бурсты меня не скидываешь. Ты вторую убей. Рядом должно быть вторая. Они, короче, пошли без Гавайя. Не знаю, кто там из себя пошел, интересно. Без Гавайя. Ну, он не пришел. Все, я понял, сейчас все будет. Просто у меня через тап вторая пушка не бралась, сука, ее надо смог. Инст не заходите, вы сейчас с инста все выходите, даже можете не резаться, просто стойте вне инста. Я хп сделаю, сейчас зайдете. Сейчас убьем быстренько. Это тот, кто в осадный пассажир, типа... Ну, большой танк. Ты в нем стреляешь по цветках. Да, вы по КД стреляете цветков. Вы даже можете босса, блядь, не шмалять. Он босс вам нахуй не нужен. Вы просто ездите под боссом, ждете, пока он кастанет. То есть, ну, все это время стреляете по цветкам, если, ну, они есть. И все, босс кастует, сбили каст, в принципе, и все.